Удзел у вучэннях прынялі першы самаходны артылерыйскі дывізіён і батарэя артылерыйскай разведкі 111-й гвардзейскай артылерыйскай брыгады. На месцы вучэнняў на полігону Магілёўскай вобласці з брэсцкай часці было дыслакавана больш за 70 адзінак узбраення і ваеннай тэхнікі. У тым ліку і самаходная гармата 2С5 «Гіацынт-С». На працягу двух тыдняў праводзілася праверка падраздзяленняў на зладжанасць, адпрацоўваліся баявыя стрэльбы прамым навядзеннем і стрэльбы ў начных умовах. Результаты вучэнняў оценены на оценку хорошо. Все задачи выполнены, личный состав с поставленными задачами справился. Для меня эти были сборы впервые. Многое было, конечно, интересно. В частности, находясь уже призванным на сборы эти в качестве офицера запаса, опять встать в строй, командовать военнослужащими тоже запаса. Люди разные, всех надо было их сплотить на выполнение поставленной задачи. Ну, с этим справились, отстреляли. В составе взвода батареи артиллерийской разведки я был командир взвода артиллерийских наблюдателей. Цель артиллерийских наблюдателей была в разведке и определении координат целей, засечка банд невооруженных формирований. Личный состав справился успешно. По выниках учения лепшие отрымали подяки и узнагороды.